вернуться. Я так рад, Эдвард. Большинство воспоминаний... Аба-ба-ба-ба-ба. Хватит, не надо. Не хочу. Не хочу это знать ничего, мы сейчас все это узнаем. Итак. Alone in the Dark. Слушай, я что-то, блядь, ступил. Давай я просто напишу... Alone in the Dark просто напишу в этом. Пускай будет просто Alone in the Dark 1. Хуй бы с ним. Так. Я вроде не играл. Ну ладно. Включал, может, сохранилось. Можно, пожалуйста, не юзать команды? Тут сейчас сюжет будет. Пожалуйста. Пробуждение. Ну что теперь? Будем следовать плану, только. Эй, ну мы же не... Спокойно. Ты знаешь, чем мы здесь имеем дело? В нашей работе постоянно творится всякая чертовщина. Ты что, смеешься? Эти трещины вылезли... Бля, у этой игры нету, блядь, настроек никаких, ёба народ. Ты из его тела словно живые. Соберись, Хэммет. Мы наконец-то подошли к тропе света. Субтитров даже нет. Должно нам помешать. Ничто. Так что просто придерживайся чёртова графика. А что с этим? Ты уверен, что он в отключке? Есть лишь один способ проверить. Я не сп... Я спал! Не надо! Посмотри на меня. Не. Я буду сегодня, наверное, письку. Простите, пой. Я буду смотреть на свою пичку. Да, я могу попробовать, но я не уверен, что мне дадут. Потому что максимум. Ты думаешь, что что-то даст? Насколько игра включена? На максимум. Ну ладно. Чего? Чего надо? Ну, хэ. Не так страшен, да? Чего? Господи, он пускает слюни, как ребенок, хренов овощ. Благодаря Пэддингтону, теперь он всего лишь обычный солдат. Хлопот с ним не будет. Пэддингтон. Будем надеяться. Эдвард, кто позволил тебе открыть рот? До сих пор я был с тобой обходителен. Только дай мне чертов повод, и я покажу мистер тебе, Скоф, что значит страдать. Его. После гибели нашего второго друга, Пэддингтон единственный, кто может управлять камнем. Вы же не хотите подвергнуть риску все, над чем мы работали, а? Нет. Эти голоса. Я так и думал. Мистер Хэммет, вы поможете мне вести Пэддингтона. И там Человек-паук сидит вон. Мистер Скоф, отведите этот мешок с костями на крышу и прикончите. Будет давай дело. Не пойдем. Давай не пойдем. Я смотрю, моргать умею. Немедля! Я давай смотри, я, короче, глаза закрою, типа, и ты исчезнешь. Что? Я шутил, алло. Ты где? Ты куда? Где ты? Чё? А? Чё? Ты... Эй, нихуя. Как ты исчез-то, блядь? Ты где? Налево. Да... Чё? Поворачивай налево. Не хочу. Да ну, мам. Отведи его на крышу. Дай-ка я открою тебе, заранее. Нет у нас. Наверх, а потом направо. Храняка. Слушай, ну весьма качественно по графону-то. Да 2008-го-то. Да иду я! Чего? Ты чё, блядь? Хорош. Это ты сделал? Да. Так, стой. Я воздух испортил, извини, блядь. Страшно было просто. Стой. Нет. Стой.
Может, что-нибудь другое поиграем? Может, что-нибудь другое поиграем? Блять, да долго я моргать-то буду, заебал, я не вижу нихуя. Все перед глазами плывет. Все? Да хорош. Гу в Марио, не тот канал. Не надо меня бить. О, Корнби. Корнби. Марио Гэлакси, не, я не готов. Господи, кто же я, черт возьми? Качественно сделано. И вот внезапно, в каком, в 2014-13 году они, блядь, делают Alone in the Dark Illuminati, который говно полное, вообще, блядь, рядом с этой игрой не стоял. Когда они могли, блядь, сделать, короче, ремейк первой части? Они его даже начали делать. Ёпа-мать. Управление-то какое веселое. Тап. Не, подожди. Давай так поиграем. Зайди. Мы почти у цели. Это что, Галахад? А если он не покажет нам тропу? Если он нас подставит? Это да, это Галахад. Он сделает все, что мы ему скажем. Ты слышишь, Пэддингтон? Есть способы истязания людей, простирающиеся далеко за рамки бренного тела. Мы через многое прошли, чтобы получить этот камень и тебя, Тео. Ты один знаешь, как управляться с его силой. Направь ее. Веди. Нет, у меня. Стань для нас дарующим свет. Если свеча. Твои мучения будут невероятными. Ты сошел с ума. Ты же видел, что там творится. Это не сработает. Чек-паук да, здесь. У-ху! Слышишь? Ты слышал это? Какого черта? Что это за звук? Какой звук? Опять эти чертовы трещины. Они... Бля, ебать саспенс в этой игре охренительный. Чё это за дерьмо? Пока. Оставь меня, Эдвард, спасай все. Ёба мать. Что надо нажать вверх? А? Что нужно нажать? Пробел? Окей. Да это даже не А было. Чё это за кнопка? F? А? H я нажал? Что это такое? Блять, молодец, ебать. А, Е! Окей. Окей. Е. Никого нет, уходи. Уходи, никого нет. Я так понимаю. Окей. Че там, кто там был-то? Ёб твою мать! Да камон! Не могу, я немного занят. Чего? Ой!
Куда надо было? Что надо было сделать-то, я что-то не понял. Привет, Санёк. Чё надо-то? Окей. А чего сразу не сказали? Ундаба просто, ну. Окей. Ой, этот голос. Это же этот. Как он? Мальков, Меньков, как? Леньков, да. Чего? Чего это, блядь? Отстань. Ой, там все загорелось. О, ну нахуй, пойдем нахуй. Ты хорош! Залезь, пожалуйста, на дверь в эту. Хорош. А чё такое этот? Стой, блядь, а чё у вас так темно-то, блядь, всё? Чё за хуйня-то? Подожди. А чё так темно-то у вас? Ебать. А у меня просто, у меня всё светло. Это ОБС хуйнёй страдает. Чё? А чё за прикол-то? А чё так, что? Да у меня реально, у меня всё светло на экране. Какого дьявола? Чё? Сейчас сделаю, подожди. Ну как-то вот так, да? Пойдет вам? Как-то вот так пойдет? Красиво? Просто я что-то даже не обратил внимания, что так темно. У меня-то все нормально вроде. Of course! Так, не понял. А мышкой я не могу управлять? А, фэк. Да хорош! Что-то на тап переключиться. Так, что делаем? Успокойся, милая. Анна, давай, детка, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. How you doing? Вы должны нам помочь. Он чё? Там ранен, а я не могу его вытащить. Вы видели стены? Они ожили. Какой-то кошмар. Они раскрываются и проглатывают тебя. Клянусь, я видела. Что у тебя с ногами? Эй, просто успокойся, и мы найдем способ выбраться. Что ты в самом деле? Блин, подожди. Главного героя озвучивает, что не шевели, что ли, блядь? Слышишь это? Я чувствую их. Они возвращаются, я знаю. Внезапно. Вы можете передвигать мебель? Уж! Клавиатурой, блядь. Так, окей. Блин, управление немного странное. Чё? А, надо держать, что ли? Ку, отпустить предмет, окей. Ибо там веселуха какая-то происходит. Так, не понял. Шо, блядь? Что, блядь, нужно было нажать, простите? Пожарный чекуля, блядь! Бля!
Да хорош! Беги, Чика, беги! На секунду ты меня напугал. Слава богу, наконец-то ты здесь. Я ранен и не могу открыть эту дверь. И что с этим зданием? Анна? Я попробую что-нибудь сделать. Ну, я уже перешел. Я уже там, окей. Это не сработает. Нам нужно придумать другой способ открыть ее. А что с Анной? Почему она бредит, как ненормальная? Что? Что это было? Вы все слышали это? Нет, никто ничего не слышал. Спокойно! О. Через минуту мы выберемся. А как ты? Он же должен как-то по-другому бить. Они вестибюли. Это дети. Я выбью чертову дверь огнетушителем. Да в смысле? Да ты ж бил как-то по-другому, блять, алло. Управление очень странное. Типа, если я влево завожу мышку, сжимаю удар, нет? Если типа назад, да? Уже не важно. Вот, да, назад завожу, и он бьет вперед. Мое управление очень странное. Скорее, я только что видела, как по стене пошла еще одна трещина. Эй, не делай этого! Скип катсцены, блядь. Спидран страты, блядь. Что делаем-то? Выходим? Ебать, тут, короче, огонь как клёво сделан. Никуда он не распространяется. То есть, если его не потушить, оно будет распространяться. Охерите. Понял сейчас. Нам сюда что ли? Ты кто? Ай, ты! Станешь, блядь, как миленький, нахуй. Быстро развернуться, альт. А, ну давай. Ну, ну пока. Блять, кто придумал, сука, на альт быстрый разворот? Чё, ебанутые? Ух ты. Я под землей вижу. Что происходит? Залезть в карманы. Ого. Нихуя. А чё вы не видали такой странный? Вооружиться. Зачем мне вооружаться? Блять, как сложно. Реально. А может мне... Эй! Тихо. Чего? Зачем мне стрелять-то? Пацан, ты горишь! Пацан! Пацан, ты горишь, блядь. А зачем? Что? Да, ёпта мать, управление пиздец какой-то. Да я умираю, слышь, алло. А, окей.
Нихуя себе привет. Если вы ранены, используйте медицинский препарат, средства, чтобы вылечить. Я просто думал, я что-то не так сделал и умер. О, сука! Геймплей, блядь. Стульями можно кидаться. Препарата, средства, люди. А где мне их взять-то? У меня их же их нету. Да где их взять-то должен, алё? У меня же их нету. Странное дерьмо. Ладно, и чё? Чё мы делаем? Чё ты вообще взял-то, блядь? Ничего не понимаю. Какие, блядь, препараты-то, блядь, нет ничего. Блядь, чё, темно, так нихуя не видно. Назад нельзя. Что за бред? Может, в окно выпрыгнуть, похуй. Чика выходит в окно, блядь. О, смотри, окно открыто. Заебись. О. О. Берем. Чё бы это ни было. Так, а это чё за кнопка? Ку, что ли? Так, окей. Блях, сложно. А на клавиатуре попроще управление? Коробка с батарейками. Чё, блядь, батарейки собирать? Алло. У, сика сложно. Чего, где? Вторую-то можно открыть? А можно другую дверь открыть? Вдруг там что-то есть? В режиме от первого лица камера работает, в режиме от третьего лица не работает. Нормальная хуйня. Вообще огонь, как по мне. О. Хорош. Чё-то набрали. Переключитесь на режим лечения. И H. Где? Используйте медицинский сервис для обработки ран, который кровоточит. Это моя нога? Ну, за третьего лица управление, как в резиденте. Ты не можешь как... Что происходит? Что это было? Объясните-ка мне, пожалуйста, блять, я ничего не понял. Мало того, что я в текстуре застрял, так еще. Да блять, что ты меня переключаешь? Ёб мать! Ёб мать! Че? Да че врать? Да откуда мне знать, блять, что произойдет? Какого черта, блять? Чё? Чего, блядь? Чё за ад происходит? Кругом машины стоят. Полетели. Вверх, сука, лети. Влево. Вверх, сука, лети. Куда-нибудь лети. Сука, лети. Вниз лети. Вверх, лети. Управление сука, очень странное. Вверх, вниз лети. Везде лети. Сука, лети. Alone in the dark. Чё?
хули ты как супергерой какой-то, блядь? Филимонов, что ли? Ты? Филимонов, ты что ли? Принц Крин спрыгнуть с кабеля? Эй, ты в порядке? Тебя не ранили? Серьезно? Принц Крин. Спасибо, я, кажется, скрин сделал. Я пойду назад, пожалуй. Ой, пацаны. Пацан в текстуру улетел. Ёб твою мать. А чё так много кнопок-то нужно нажимать? Что-то будет падать. Блин, а чего мне надо было уворачиваться-то, ёба мать? Ты это сами это. Как заботливо мне подкинули кабель, спасибо. Так, видимо, надо подняться чуть повыше, да? Ой, красота. Ой. Так, чуть-чуть пониже. Опа! Не-не, не хватает, что-то не хватает. Давай. Что? Блять. Такой только я могу, блять, провернуть. Пиздец. Че-то реально кнопок слишком дохера нужно нажимать. Тут пробел нажми, тут Q нажми, тут, короче, print screen нажми. Я вот что сейчас должен нажимать? Вниз. Охуенно. Да я не обленился, я тебе про то, что... Блин, это же будет по... Всю игру использоваться? Это я сколько кнопок должен запоминать? Нихера себе. Тут одно нажми, тут другое нажми. Это же муторно. Так, здесь можно пройти? Ты куда, блядь, пошел? Молодец, блядь, какой. Может, на геймпаде норм правильно? Может быть. Не знаю, не проверял. Бля, графон такой, ты посмотри, блядь, нихуя себе. Они реально это модельками сделали, что ли? На таком-то расстоянии. Зачем? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Чем ты поешь мою песню? Не так больно. Надо сломать? Так, что с этим делать? Да лол. Ничего не понимаю, куда мне надо? Вылезти я вряд ли смогу. Вылез. В принципе. В принципе, вылез, да. А чё ты отпустил? Все, я понял.
Либо он что, не хотят? Ну прокатит ли это? Так, а у меня есть чем лечиться-то? То у меня что-то там с ногами пиздец полный, по-моему. Так, коробка с батарейками, коробка с батарейками. Двухсторонняя лента. Обосраться. Обосраться. Ну, а как мне наверх-то залезть-то теперь? Вот здесь могу залезть? А, здесь можно было залезть. А чё камера-то не повернулась сразу? О, бля, сиди гадай. Хера ты придумала игра. Так, ну давай еще раз. Ой! Бум. Красава. Ты все равно нога нахуй расхуячена вся. А этот спрей, он джинсы чинит? Это я слышал про лечебные свойства в некоторых играх. Спреев всяких. Они одежду чинят. Тап. Нажимаю тап, алло. Ну тап нажимаю, ну чё ты? Да чё ты, блядь? Огонь, блядь. Решил с огнем подраться. Я так понимаю, потушить это невозможно. А зачем вообще это тушить надо было? Чтобы что? Ты умеешь приседать, допустим, нет? Чё? Что-то я не понимаю. А, я могу наверх на это залезть, да? А, точно. Окей. Угу. Хорош. Е. Так, а почему я это помню? Эй, ты! Давай поживее, а? У меня на... Осторожно! Ты отрываешь кабель от стены! Да уж точно. Приседание на намлок. Чё ты там делаешь? Ёпа-мать. Блять, мне кажется, я игру закончу, у меня столько принтскринов будет, блять. Чего? Чего? Есть что получать-то? Эй! Чё там? Не открывай! Ты дура, что ли? Я не могу её открыть! Так, нам дали. Нужно найти Джека. Это один из гостиничных охранников. Он знает, что делать. Угу, хорошо. Поищем Джек тебе. Сначала поищем... Во, работает же. А зачем я... Она же уже открылась. Стены очень опасны. Что? А, в смысле, не подходи к стенам! Нам с тобой не по пути, подруга, видимо. Кусь! Ну пока. Так, по книжной полке, что ли?
О, мой. Блин, что еще? Пожалуй, отойду. Мы можем здесь пройти? Или ты хочешь, чтобы я вот так вот шмальнул, блядь? Хватайтесь. Бля, игра топ. Давай-давай. Два, три, четыре, пять, сейчас будет сухо наконец, семь, восемь, 12, 17, 21. О, заебись, бля. Это норматив сдал, блядь. Тебе явно скучно. Тебе явно скучно. Сидишь, бубнишь опять. Тетя. Чё тебе не нравится? Мне все норм было. О, да ладно, так можно? Я ем вообще, ну ешь. Это кто? Ай, ты... Ай, это ты! Леньков, привет! Леньков! Леньков подъехал. Да ладно, серьезно? Лол! Это так работает? Хорошо. Подожди. Да? Да? Используйте предмет в ваших руках. То есть серьезно, да? Попробуйте поджечь один из этих стульев. Получится патио. Охуеть. Охуеть. Я уже говорил? Охуеть. Я еще раз скажу. Охуеть. Вы тоже видели эти трещины? Черт, что за хреновина? Здание разламывается на части. О, тут не долетел немножко. У меня есть стул. Это мой стул, на нем сидят. Чего? Ты можешь вниз опустить? Очень странное управление. Все поверху вожу, он так делает. Выше поднимаю, ничего не происходит. Ниже. Во. Ого. Я чё, катана, блядь? Это, блядь, катана. Охуеть. Так, а подожди. Ау. Можно было и без этого всего, да? Это что, газ? Конец главы уже, походу, практически. Я думаю, что в первом эпизоде мы будем сражаться против огня. Как-то быстро перешли с PS2 на ПК. Варзай. Мы игры подаренные смотрим в пятницу. Ты опять не слушаешь? Как, что, о чем я с тобой разговариваю? Да мы это уже проходили. Бля, подожди, это я что, заново что ли иду? Типа я не допрыгнул? Ой, лол. А как там надо было допрыгнуть-то тогда? Просто я вроде пытался.
Так, брось хуйню. Брось. Он мне сказал прыгать, я прыгнул, не долетел нихуя. Во. Отлично. Анна? О, ты живая, что ли? Серьезно? Лол, она живая, прикинь. Ну как же... Окей. Я покакал. Что вы с ней сделали? Теперь она одна из моих гостей. Как и ты в свое время. Моя совершенная марионетка. What the fuck? Приветики. А это конец эпизода был? Ёпа мать. Хорошо, ладно, окей, понял. Пока что многообещающе, если честно. Единственное, с управлением весьма проблематично. Опять негатив льешь. С этим вашим вирусом ебаным. Просил же, не надо. Да какие куражи, мы только начали, блять. Игра на эпизод разбита. О чем это вы? Ты забыл, но не волнуйся. У меня все еще есть ключи к твоему разуму. А теперь верни мой камень! Пошел ты! Нет у меня твоего камня! Дед! Воу! Слышь, я сейчас сковородкой тебя уебу, блядь! Ты чё пьянь? Ух ты! Стерлядь! О, блять, управление-то какое странное. Да чё, блять, подготовься. Типа надо замах сделать, потом только бить. Окей. Спейс для фиксации. В смысле, на враге, а это... Ты чё, сука? Я тебя нахуй разъебу. Ух ты. Курица, бля. Не вставай, я тебя прошу, блядь. Тьф, огонь убивает чудовище окончательно. То есть, ну да, я так и понял, что она встанет сейчас. Смотри. Так, а тут у вас уже есть подожженный, что ли, блядь? Да выкинь ты его нахуй. Вот это возьми. Ай. Не-не-не-не-не, подруга, не-не-не. А чё она такая дерзкая-то, блядь? А сюда тебе нельзя. А чё, спряталась-то, блядь, а? Испугалась, блядь? Сейчас я, блядь, подожди, я сейчас научусь. Я сейчас... сука. Куда ты побежал-то? Чё, страшно стал, дрянь, блядь? На нахуй. До свидания. Без стыдца вопросом, где мне, блядь, найти столько лечилок? Чтобы залечиться теперь, потому что я весь, блядь, в дырках, нахуй. Сейчас меня что-нибудь ткнет, я точно помру. Возьми катану. А где она? Она же не тут. Вроде была. А-а-а. Ну пока.
Да не, не могу. А чем то вообще? Бля. Вот на какую кнопку спускаться? На Q? Пиздец. Эй! Чего? Есть там кто? Где? Эй! Охрана! Чёрт! Кто-нибудь может мне помочь? Я пытаюсь. Поедуем. Что происходит? Извините, я Сара Флорес, продавец произведений искусства. У меня тут встреча. Вы ведь не из полиции, а? Я и сам хотел бы это знать. Я не помню ничего до своего сегодняшнего пробуждения. Ни имени, ни адреса, ничего. О, мой спаситель еще в худшем положении, чем я. Эй, кто-нибудь наверху слышит меня? Полиция, кто-нибудь? Хватит кричать. Они наверняка мертвы, а то и хуже. Тебя может услышать кто-нибудь еще? Знаешь, крысы плевать на нас хотели. Ты просто не видела, что этот сукин сын делает с людьми. Так, она, походу, вообще не понимает, что происходит. Боже, что это за тварь? Она все это время в лифте сидела, блядь, не видела, как все началось. Прикинь, внезапно сейчас выйдет и охуеет. Это я штаны наложил, блядь. Вот что это, ёпта мать. Не пытайся воспользоваться ситуацией. Ты то что? Не льсти себе, блядь. Вот так бардак. Что по-твоему тут случилось? Мне как будто ты решил войну. Пиздец он случился. Самый наилучший друг Witch House Fan. Ты смотри, кто пришел. Здрасте, здрасте, привет. Спасибо за фоллоу. Фонарик. Фонарик. Мне нужен фонарик. У него был фонарик. Красота. Чего? Прикинь, блядь. Может, подсветишь в другое место? Какое? Чё делаешь? Вези вас. Ты ослепил меня. Ебанат. Чё это? А? Как? В смысле? А ты их уже встречал, что ли? Отвали от меня. Дверь, блядь, откройся, пожалуйста. Чё? Так, стул. Чего-нибудь, оружие. Я не хочу, блядь, пистолет тратить. Ты где стул-то, блядь? Лежал же здесь. Пошел нахуй. Блядь, занеси за голову. Попал. Сука. Так, а можно в инвентарь-то включить? Или, блядь, пистолет у меня пропал? Что происходит-то? Хуй вставаться, блядь. Беги, дура. Не вижу ни черта.
Беги, дура! Я тебя спасать не буду, отстань. Где ты? Да попади ты по нему. Ебать, управление. Да ну. Пошел нахуй. Гори, сука. Да, блядь, как с ними воевать-то, ёпта мать? Я реально не понимаю, ну это пиздец какой-то. Это же невозможная хуйня. Ладно бы пистолет был, но я, блядь, даже в инвентарь залезть не могу, почему-то он не работает. Где ты? Че, убил, что ли? Охуеть, прикинь, убил. Топор? Ты где? Где ты? Где эта сука мелкая? Не вижу упор. Где он? Он сдох, что ли? Не вижу. Блять, оружие. Блять. Фонарик кончился. Да, блять, как мне фонарик-то... Бля, ебать. Серьезно. Так, объединить правая кнопка мышки. С чем? С фонариком. А там 53%. В смысле, а зачем тогда объединять-то? Вооружиться. Все. Уй! Так, а она где вообще? Куда она ушла-то? А, ты тут? Мы не можем доставаться. Мы не можем доставаться. Это да, думаю, это смешно, потому что ты застряла, и у тебя нога торчит. Ой, бля, понятно. Так. Включите свет, пожалуйста. Чё? Оу. Интересно. О, нет. Я помру. У меня уже столько ран, я хз, блядь, как их лечить. Хилок не даю. Слышь, Тарзан. Спускайся. О, господи. О, господи. Здорово. Чего, блядь? Лежи, блядь, не встав. С пацаном надо разобраться. Здесь очень странное управление оружием. Прям пипец какой странный. Братан, я иду. Ты такой отдыхаешь?
Мне интересно, я без девахи смогу дойти до какой-нибудь катсцены? Потому что если я не смогу до нее дойти... Ну да, у меня на Wii есть эта игра. Короче, если... Блядь, только не говори, что огнетушитель сломался. Он может тушить? Может, окей. А что тушить будем? Где мы тут вообще-то пройти-то можно? Эй, малыш, смотри, пожарники, вы на них карабкаются. Вообще, мне еще так домой вдруг захотелось. Это как, знаешь, этот, Shattered Memories тоже на PS2 ведь выходил. Так, а что мне делать-то вообще? Вряд ли я смогу здесь залезть. Надо, наверное, дверь открыть. Ебаясь. Какой-то убитый, побитый, мать его. Ты хотел сказать, друган твой? У меня реально хилок нету. Чё делать-то? Shattered Memories на PSP уходил. Это я не помню. 3, 4, 9. Сложно. 9, 4, 3. Образки. Че, охуел? Ты посмотри, блядь, на меня. Да, все чисто, блядь. Да ладно, пожалуйста. Просто иди и посмотри. Я тут же спущусь. Че? Ща ебу тебя, блядь. Боже знает, да. С оружием нельзя инвентарь, блядь, открывать, представляешь? В руках. Вескар, ты что? Я чувствую твой страх. Ой, здесь задет. Который в лифте засосался. Дать нам ответы? Да кто же ты такой? Примкни ко мне. Join us. Никакого страха. Нужно лишь умереть. Ты умеешь уговаривать. Отвали от меня! Тебе зрачков не видно. Пошел, ну. Че? А, ну ладно. Да я еще чем подраться с тобой, блядь. Тут нет нихуя. Я умер, блядь. Оружия нет, нихуя никакого. Чем я, блядь, драться должен, ёпта мать. Блядь, серьезно, блядь, с самого нахуй начала. Ты, блядь, издеваешься, игра, да? С самого, блядь, начала. С того момента, как мы сюда вошли. Ой, мать. Ты чё, угорела, блядь? Ты чё, нахуй? Ладно. Наши локализаторы испортили озвучку. Тем. Не знаю, что-то не заметил, пока что они что-то испортили. Нужно перерыв сделать. Горлышко тут болит. Это все от уха. Надуло в ухо, горло болит. С правой стороны. Просто не слушал оригинал. А оно мне нужно. Я не думаю. Перейв. Сейчас я вернусь.